Добрый день, коллеги. Павел Анатольевич, поздравляю. Алиса. Улица Докучаева, 83. Докучаева, 83. Ах ты ж. Проблема Павла Степановича Нахимова с тем, что в 1953 году в СССР русская эскадра одержала победу, разгромила турецкую эскадру в 300 километрах от Севастополя. Это случилось, и мы это помним так же, как и помним. И Гангутское сражение 714 года, и 770-е три полоски на Гюсе, о чем нам рассказывали наши действия и все наши подкасты за 6 лет можно скачать на сайте Маяка. Огромное спасибо за поздравления. Спасибо большое. Также мы поздравляем неврологов. Сегодня Международный день неврологов. Профессиональный праздник. Мы напомним, что сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. 1 декабря отмечается. Ну и сегодня, конечно, Всероссийский день хоккея. Мы поздравляем наших хоккеистов, тренеров, конечно, всех болельщиков. И сегодня викторина, посвящена знаменательным датам. В конце часа вот как раз будет о хоккее. Задам вам 5 вопросов. Ну и подарю книжку хорошую, если будете правильно отвечать. Быть забота вообще до 8-7-103-55-33 сегодня. Со слушателями в Чувашии хотелось бы получить весточку из Чебоксар плюс 7-9-6-7-103-55-33. Как погода? Как там букет Чувашии? Пенится ли? Букет Чувашии не может зарять. Это вечный зеленый букет. Да. Хотелось бы побывать снова в Чебоксарах, как это я сделал в 95-м году. Представляете, в 95-м году ехал я туда, на фестиваль «Волжские встречи». Я был юным журналистом. Нет, я был юным корреспондентом. Не надо путать, были начинающие юные корреспонденты, то есть юные ранжуры. Интересно, что